Село Ромашково – живописный уголок Одинцовского района. Именно здесь любил гулять и наслаждаться природой известный российский художник-авангардист Казимир Малевич. Спустя столетия на местах былых красот возвышаются горы мусора. Первыми бить тревогу начали местные жители, когда неподалеку от их домов стала образовываться стихийная свалка. Глава района Андрей Иванов проинспектировал территорию. Результат выездной проверки – навалы мусора вдоль Рублевского проезда будут ликвидированы за 2 дня. Свалка ужасная. Мы получали много комментариев в социальных сетях, и дошла эта информация и от людей, которые приезжали на личный прием. Не первый день проблемы. Мы уже несколько раз выезжали и чистили, реагировали на просьбы жителей, чистили эту территорию, но постоянно идет несанкционированный сброс мусора и строительных материалов. Мы это видим буквально вот за моей спиной, куча строительного материала, который, очевидно, привезли сюда незаконно. Машины с мусором приезжают сюда в основном ночью, так что вычислить нарушителей сложно. Тотальный контроль и круглосуточный мониторинг участка – единственная возможность избежать повторения ситуации. Здесь, в этой точке, несанкционированные свалки надо прекратить, законтролить эту ситуацию. Завтра люди будут работать. Глава района поручил в кратчайшие сроки разработать дорожную карту, чтобы не допустить дальнейшего складирования мусора в Ромашково. Это и рвы, которые вдоль дороги мы сделаем, чтобы машины не смогли переезжать на эту территорию. Разберем строительные дороги, плиты отсюда уберем, поставим блоки, так, чтобы ограничить на эту площадь любой автотранспорт или грузовой транспорт, который, возможно, будет сбрасывать мусор. Тем самым создадим невозможность для вот этих возчиков такой процедуры. И, видимо, они будут искать какие-то другие локации. Возможно, мы их таким образом все-таки настроим на цивилизованную работу и на сброс мусора региональному оператору и на полигоны, которые его принимают. К решению вопроса привлекут собственников земельного участка и дороги. Будут организованы встречи, на них определят зону ответственности каждого, а также согласуют мероприятия, которые включат в дорожную карту. Кроме того, на объекте установят камеры видеонаблюдения. Информация с них будет напрямую передаваться собственнику дороги и в госавтоинспекцию. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».